зарегистрировать автомобиль, получить сведения об административных правонарушениях, сдать экзамены и получить водительское удостоверение и многое другое теперь можно в кратчайшие сроки, без нудного многочасового ожидания в очередях и потери драгоценного времени. Проделать необходимые операции и записаться в удобное время посещения в Щелковский отдел ГИБДД можно с помощью портала госуслуг. Например, постановка автомобиля на учет займет минимум времени. Со своего компьютера домашнего выбирает сам отделение ГАИ, которое ему удобно, которое ему близко к работе либо к месту жительства. И после этого он за удобное для себя время выбирает, соответственно, и записывается к нам или там к другой отдел. Ему осуществляется звонок на его номер телефона и подтверждается заявка. И он в назначенное время подъезжает в подразделение, ему без очереди осуществляются регистрационные действия. Услуга значительно упрощает процедуру обращения в ГИБДД по интересующему вопросу. Во-первых, на портале госуслуг указан весь необходимый перечень документов для осуществления регистрации. Во-вторых, пошагово расписаны действия этой процедуры, которую, кстати, можно пройти в режиме онлайн. Обратившись в госавтоинспекцию, уже зная заранее необходимый перечень документов, определить для себя удобное время, режим работы, то подразделение, куда ему необходимо обратиться, где ему удобно, соответственно, затраты временные уменьшатся, и, соответственно, и наша работа будет гораздо более прозрачной, я думаю, и понятной для граждан. Кстати, для удобства граждан в Щелковском отделе ГИБДД для желающих воспользоваться услугами установлен компьютер, где они могут на месте зарегистрироваться и получить талон. Население положительно отзывается о новой электронной услуге. Посетители обслуживанием довольны. Сотрудники связались с вами, приезжайте, ставите машину на учет без проблем. То есть раньше как-то это было тяжело, то есть приезжайте, в живой очереди стоите, непонятно в какой. С талонами намного легче стало. Ольга Аржанова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».